5 краж произошло в Сарове. За минувшую неделю злоумышленник через окно проник в офис одного из предприятий города и украл сейф, в котором находилось более 240 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело пункту Б, части 2, статьи 158, кража. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, это лишение свободы сроком до 5 лет. Из кассы одной из саровских аптек подросток похитил более 6 тысяч рублей, пока фармацевт искала на складе лекарства. Личность вора установлена. Ему грозит административная ответственность. По-прежнему активны в городе телефонные и интернет-мошенники. Гражданки позвонили, представились сотрудниками банка, объясняли то, что ее средства не защищены. И их необходимо перевести со сберегательного счета, хочу заметить, со сберегательного счета на другой депозитный счет. В итоге, после разговора гражданка перевела все свои средства со сберегательного счета в сумме 685 510 рублей. На дорогах за минувшую неделю произошло 8 ДТП, в 5 пострадали люди. На перекрестке улиц Давиденко и Строителя Захарова водитель автомобиля, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу мотоциклисту. В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения. Водитель мотоцикла получил у нас телесное повреждение. Получил телесное повреждение в виде перелома костей правого предплечья, перелома правой бедренной кости, перелом костей таза. На улице Силкина водитель «Фиата» не уступил дорогу «Тойоте». В результате ДТП водитель «Фиата» получил телесные повреждения. После осмотра врачами был отпущен домой. Ирина Вышгородцева, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».